К сожалению, прошлая неделя оказалась тяжелой на наших дорогах. В авариях погибли люди. Обстоятельства везде разные, но их схожесть в одном – нет безукоснительного и строгого соблюдения дорожных правил. К примеру, полиция Тиучевского района проводится проверка по факту смертельного ДТП с пешеходом, а в Тахтамукайском районе по тяжкому происшествию с участием трех автомобилей. Далее, город Майкоп. Здесь следователи устанавливают обстоятельства ночной аварии со скутером. Есть случаи, когда по вине водителя отца в происшествии пострадал мальчик. Не исключение в этом списке и Кашихабльский район. Теперь обо всем по порядку. Адыгейск, 21 августа, глубокая ночь. Федеральная автодорога М4 Дон. 38-летний житель Республики Калмыкия в темноте не заметил женщину, находившуюся на проезжей части, и допустил на нее наезд. Пострадавшая скончалась на месте. В ходе работы по установлению личности погибшей стражи правопорядка выяснили, что ею является 37-летняя жительница города Ростова-на-Дону. Город Майкоп, 26 августа, около часу ночи. В дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями, произошедшем на одной из улиц в хуторе Говердовском. Двигаясь на скутере, 27-летний местный житель, ранее лишенный водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил съезд проезжей части с последующим наездом на бетонный забор. От полученных травм мужчина скончался на месте. ГИБДД того же Майкопа проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик. 25 августа вечером на пересечении улиц Привокзальная и Свободы 37-летний местный житель, находясь за рулем ВАЗ-2107, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил его 8-летний сын, находившийся на момент аварии в салоне ВАЗа. Управлявший автомобилем майкопчанин был лишен водительского удостоверения, за что привлечен к ответственности. Кашихабльский район. 27 августа рано утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП с тяжкими последствиями. Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В результате аварии 81-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, от полученных травм скончался, а его 73-летняя пассажирка госпитализирована. В Адыгее изъято 10 килограммов наркотиков. Итак, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков региона совместно с коллегами из профильного подразделения МВД России пресечена попытка сбыта синтетического наркотика мефедрон в особо крупном размере. Комментарий официального представителя ведомства Байзета Гамлешка. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с представителями ГУНК МВД России и профильного подразделения отдела МВД России по Тахтамукайскому району реализован комплекс мер по документированию противоправной деятельности 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Ростовской области, причастного к незаконным операциям с запрещенными веществами. При проведении совместных оперативных мероприятий наркополицейские получили сведения о том, что мужчина планирует прибыть на территорию Адыгеи с целью сбыта наркотиков через тайниковые закладки. В ходе реализации этой информации стражами правопорядка была разработана и проведена специальная операция по его задержанию. Приехал забрать по свертке с белым порошком. Ну что за свертки? Ну, я, ну, как мне сказали, наркотики. Какое количество вы забрали? Задание было 20 пакетов по 0,5. Машину, на которой передвигался мужчина, оперативники УНК и госавтоинспекторы остановили вблизи поселка Яблоновского Тахтамукайского района. В салоне иномарки полицейские обнаружили 20 запечатанных пакетов с неизвестным порошкообразным веществом. Так, сколько? Пересчитали. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эксперты-криминалисты МВД по Республике Адыгея провели необходимые исследования и вынесли заключение, что изъятым веществом является мефедрон. Вес партии составил около 10 килограммов. В отношении задержанного следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Сотрудниками ОВД Адыгеи организовано проведение мероприятий в рамках всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться». Она инициируется региональной полицией не первый год и направлена на оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в социально непростом положении. Накануне инспекторы по делам несовершеннолетних полиции Токтамукайского района совместно с представителями муниципального комплексного центра обслуживания населения посетили несколько семей с целью проверки готовности детей к началу учебного года. В ходе общения обсуждались вопросы обеспечения бесплатным питанием и школьными принадлежностями. По этому случаю сотрудники полиции и представители администрации собрали для 10 ребят наборы подарков к 1 сентября. В них вошли различные письменные и канцелярские принадлежности. В Геогинском районе республики многодетные семьи, оказавшиеся в непростом социальном положении, посетили инспекторы по делам несовершеннолетних и представители муниципальной службы социальной поддержки. В ходе общения они обратили внимание родителей на важность посещения занятий и тщательный контроль за досугом подрастающего поколения. В беседе со взрослыми полицейские также призвали их добросовестно выполнять свои обязанности по воспитанию, а также регулярно заниматься с детьми и расширять их кругозор. Федерация современного пятиборья Адыгеи и общество «Динамо» организовали в столице республики спортивный турнир для сотрудников правоохранительных органов. За его ходом наблюдал Андрей Грюнер. До настоящего времени пятиборье, как отдельная спортивная дисциплина, не была знакома жителям Адыгеи. Из 5 соревновательных видов на республиканском стадионе для первого раза 3 решили опустить. Так, в пролете оказались конкурс, фехтование и плавание. В распоряжении участников остались только бег и стрельба из лазерного оружия, объединенные в единый комплекс упражнений под названием «Лазер-ран». В ходе своего выступления каждому участнику нужно преодолеть дистанцию в 1200 метров, а точнее 3 круга по 400 метров. Перед каждым кругом их ждет огневой рубеж, где нужно поразить по 5 мишеней. Испытуемых для этой цели набралось более чем достаточно. В едином строю оказались представители МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и судебных приставов. Кроме того, на соревнования были приглашены и совсем юные спортсмены из Краснодара. Те ребята, которые уже в свои годы начали серьезно заниматься пятиборьем. Наша цель – это, во-первых, популяризация этого вида спорта, так как он является олимпийским. То есть подтянуть ребят, и мальчиков, и девочек, которые сейчас занимаются плаванием, может, занимаются бегом. То есть совместить потом эти все виды спорта, и чтобы нашим детям было интересно. Ну и это будущее наше, не только для сотрудников как бы полезно, но и будущее нашего спорта в Республике Адыгея. Одержать победу на соревнованиях участники могли в 3 номинациях. Это личный зачет, эстафета и командное первенство. В каждом случае для победителей были предусмотрены кубки и медали. Однако чемпионами в общекомандном зачете стала сборная ФСИН. Серебро забрали росгвардейцы, а на почетное 3-е место вышли сотрудники МЧС. Напомним, все эти участники – представители республиканского общества «Динамо». Андрей Грюнер, Беслан Хуаджоков. Вести, дежурная часть.